Майнкрафтеры переспали. Было жестко. Очень. Жестенько. Переспать. Да где вы здесь майнкрафтеров вы видите? Да я один раз в жизни случайно по приколу Катюху назвал майнкрафтером, потом 2 недели на диване спал. А она как королева одна на двухспальной кровати. Да только попробуйте Катюху майнкрафтершей назвать! 18+. Майнкрафтеры переспали. Было жестить. Что В предыдущей серии я заказал рекламу у этого странного рекламного агентства «Жирафик». Я сказал, у меня на втором канале вышел новый ролик. Они сказали то, что мы с Катюхой переспали. Не, ну как бы в этом ролике, да, мы немножко с ней переспали, но в другом контексте. Короче, мне кажется, что тебе лучше самому посмотреть ролик на втором канале, чтобы в заблуждение тебя не вели. Причем здесь радуга, у меня такой вопрос. И причем здесь тюльпанчики. Тюльпаны 18+, на канале Эдисон Перес, ну а кстати на моем втором канале. Если что, я могу оставить в описании ссылочку на ролик на второй канал. Да и вот надо мной прямо сейчас подсказочка, вот нажми, короче, там реально было жестенько, только я ничего не понимаю. Опа, 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 звонок! Сейчас мелкий должен выйти, лишь бы мелкий это не увидел. Жестенько. Если Катюха увидит то, что мы с ней жестенько... Не будет больше никакой Катюхи, не будет больше у меня никакой девушки, и больше никакая мне реклама не нужна будет. Давай, 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 смотри. С твоим драндулетом даже шлагбаум открывать не надо. Ты под ним просто проезжаешь, как будто на каком-то спорткаре. А чё без костюма? Сейчас подписчики опять в комментах начнут мне жаловаться, то что... Эдисон! Купи мелкому костюм, а я не куплю. Ну, в том плане, то, что мелкий в трусах похож на мелкого. Мелкий без трусов. Ну, в смысле, не без трусов. А мелкий в костюме. Идите в задницу. Мелкий, ты договорился? Аленку пригласил на свиданку? Пригласил? Она сегодня придет в ресторан, да, Даш? Придет. Короче, у нас с тобой очень мало времени. Когда будет 12 часов ночи, в полуночь мы с тобой отправляемся в лес. Ну, точнее, я отправляюсь в лес, ты никуда не отправляешься. Сегодня у меня встреча с похитителем Костянчика. Я выяснил, где же Костя, жив ли Костя, нету Кости. А то, мне кажется, уже реально все соскучились по твоему папе, да? И ты, наверное, по батьке соскучился, да? Да. Ладно, давай забирай свой драндулет и погнали. Мелкий, хочешь увидеть жесткое порево? Порево жесткое, хочешь увидеть? Я же знаю то, что ты иногда там смотришь свои фильмецы вот эти 18+. Но я сейчас тебе в прямом эфире фильмец 18+ покажу, смотри. Это Дуримонда с этого рекламного агентства Жираф. Смотри, что она написала. То, что мы с Катей жестенько переспали. И ну как бы ты помнишь то, что в ролике на втором канале мы реально там вместе спали? В конце. Вот, как бы видите, здесь подушки, да. Но она не в том контексте вообще написала. Причем здесь 18+, там не 18+, там 0+. Садись, садись на свою балалайку и погнали. У нас с тобой очень мало времени. Пиццу я готовить сейчас не буду, бургеры я тоже сейчас готовить не буду. У меня уже все давным-давно приготовлено и валяется в холодосе. Все, что нужно, это просто разогреть. Мелкий! Ты, ёханый бабай, то ли я слепой, то ли я дурак. Я почему-то тебя не увидел, что ты там стоял. Погнали. Сейчас это лабуда по всему городу, да, развешена, как я понимаю. Люди ж, которые меня смотрят, подумают, что мы там реально с Катей что-то, ну... Я сейчас пойду в это рекламное агентство «Жирафик», и как зажирафлю им по самые гланды. Никогда больше такую туфту не буду делать. Мелкий! Тебя плохо воспитали или что? Этот драндулет нужно на улице парковать. Ты почему мне пол пачкаешь? Быстро на улицу давай, развернулся. Ядрить меня в арбуз просто. Иди сюда! Ёперес, это берешь, разворачиваешься, паркуешься на улице, вот здесь, сейчас. Вот, 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 вот. Сейчас я вообще этот драндулет твой в канаву сброшу вот туда назад. Сейчас, подожди, я уже почти приехал. Если ты меня... А, ну да, конечно, со своей рогаткой. Если ты... Опа, не попал, не попал, опа, не попал. Мелкий, я сейчас реально это сброшу туда вниз. Ну все, все, все. Пускай вот здесь стоит. Только, пожалуйста, больше мне паркет не пачкать, хорошо? Через сколько она придет? Я ничего не понимаю, ты со мной разговаривай, не башкой маши. Через сколько она придет? Буквы, буквы изо рта должны вылетать. Скажи, через сколько она придет. А, ну да, ты же не мой, ты же не можешь разговаривать. А я-то думаю, почему мелким.
Эта шутка никогда не устареет. Короче, белки, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я так подумал, то что для первой свиданки, если вы будете сидеть вот прям рядом, ну, за одним столом таким маленьким, но это слишком интимно. Тем более тебе-то 7 годиков. Сколько ей лет? Сколько ей лет, мелкий? Ну да, все понятно, тоже где-то 7-8 годиков. В общем, смотри, здесь будешь сидеть ты, здесь будет сидеть она. Аленка, да, ее зовут или как? Вот смотри, если что, на всякий случай, я поставлю рядом с ней еще один стул, вот сюда. Это на тот случай, если тебе нужно, будет ее, ну, немножко, ну, понимаешь? Понимаешь? Ну как это? Ну, обслюнявить ей немножко горло, понимаешь? Если тебе нужно будет. Гланды пощекотать. Если что, то вот ты садишься на вот этот стул, такой, Аленка, и щекочешь гланды, понимаешь? Ангину проверить, если что. Кариес в зубе поковырять! Засосать, если человеческим прямым языком! Засосать, если надо! Вот, сядешь на вот этот стул и здесь ее засмокчешь, хорошо? Ты смотри, посмотри на этого дебила. Мне кажется, что настало время и этого кролятину в унитазе утопить. Да ты успокоишься в этой жизни, ты чё, как ненормальный, туда-сюда бегаешь, смотри. Смотри, ненормальный просто. Да ёханый, опять в стуле застрял. Мелкий, столкни его, толкни. Да подтолкни, чтобы он вылез оттуда. Да с другой стороны, вот. Давай его застрелим, а то если Аленка увидит, реально с ума сойдет. И кстати, мелкий, ты не против, если я вашу свиданку сниму на камеру? Ну, мне, я все же ютубер, мне что-то на канал нужно выкладывать. У меня там в запасе есть твоя битва с богатым школьником, это первый ролик. Вот этот ролик на втором канале у меня есть. И вот свиданка. Прикинь, если назвать там мелкий школотрон, там, облизал Аленкина в водохранилище. Не, подожди, это я что-то не то сказал. Ну, короче, просто поцеловал девушку. Ну, прям вирусно, прям очень вирусно. Вот сюда мы поставим. Да успокойся, да чё ты ссышь? Да не очкуй, мелкий, все будет хорошо, я 100 раз сам через такое проходил. Да не ссы, мелкий. Все когда-то рано или поздно начинают целоваться. Кто-то в 7 лет, кто-то в 25, кто-то вообще никогда. Ты пока определись с выбором, что ты будешь, там, пиццу, кофе, бургер, водичку. Кофе будешь? Я тебе сейчас дам кофе, тебе 7 лет, тебе еще кофе нельзя пить. Все, сейчас она придет, я пойду ее ожидать. Ты застрелил вот этого крылятину, я сейчас уже приду. Надеюсь, что она явится не так поздно, как я думаю, то, что она ответственная девушка. Главное, чтобы вот эту тарантайку мелкого никто не украл. Мать моя прекрасная женщина, спасибо, то, что хотя бы меня такого родила. Ой, господи. Ну слушай, вы прям с мелким на одно лицо. Это Аленка, да? Я все правильно понял. Аленка? Ля, какая красавица. Проходите, Аленка, внутрь. Давайте, заходите, добро пожаловать. Там с нас соль, перец, хлеб, с вас. Я даже не знаю, что с вас потребовать. Пошли. Милости прошу к нашему шалашу. Проходите, Аленка. У вас спина болит? Почему вы всегда нагибаетесь, Аленка? Прямо выпрямьтесь. Мамка не учила то, что там грыжа позвоночная может быть. Пройдемте, Аленка. Пройдемте. Проходите, Аленка. Аленка, внутрь пройдите и дрить колотить. Внутрь! Ой, господи. Мелкий тут мадмуазеля твоя вот это, притопала. Аленка, представьтесь, давайте мы с вами хотя бы познакомимся, что и как. Вы, кто-то со мной в этой жизни будет разговаривать? Слово мне хотя бы скажите, прием. Аленка, я ваш сегодняшний официант, я ваш сегодняшний развлекала, я сегодняшний ваш тамада и наставник вот этого мелкого шкета. То есть... Можно сказать, я его приемный друг. Друг я его приемный, да. Вот. Вот у меня почему-то прямо сейчас складываются такие впечатления, то что это прям как два сапога пара. Мелкий, залезь к ней туда на стул. Сядь возле нее. Угу. Выпрямься! Сколиоз будет! Выпрямься! Ага. Аленочка, дорогая, вы разговариваете? Мелкий, она не разговаривает. А вы знаете, что Мелкий тоже не разговаривает?
Разрешите поинтересоваться, а как вы вообще поняли, когда мелкий вас позвал на свиданку, то, что он вас зовет на свиданку, а не куда-то в другое место? Вот покажите, вот это, проиллюстрируйте мне, как это было. Вот покажите мне ваш разговор. А, то есть это примерно так, да, выглядело? То есть мелкий подошел и такой... О, господи, я как будто в дурдоме каком-то нахожусь. Ладно, садитесь, рассаживайтесь. Я не знаю, как вы вообще будете существовать на этой планете, что ни одна не разговаривает, что другой не разговаривает. Мелкий, как ты умудрился найти себе девушку, которая на 100% вылитая? Ты только в бабском обличии в юбке ходит. Вы хотя бы в юбке, не в трусах, а то мелкий нас любит в трусах. Ну, не в трусах, в панталонах, походу. Слушайте, я, ну, если посмотреть на мелкого, если посмотреть на вас, Аленка, ну, мне кажется, в будущем у вас прям красивые дети будут. Ну, если, конечно, вы очень хорошо постараетесь. Что вы будете? Вот вы пока думаете... Кому пиццу руку вверх? Пиццу кому руку вверх? Мелкому пиццу вам что? Или вам хот-дог, Аленка? Может, хот-дог? Хот-дог, да? Или бургер? Ну да, как вы мне скажете, вы же не мые. Напишите тогда, я не знаю. Ладно, мелкому пиццу, вам, Аленка, хрен с маком. Я не знаю, есть у меня хрен с маком? Нет. Ну ладно, тогда бургер будете. Аленке дам кока-колу, мелкому кофе. Бутылку воды я ему дам, а не кофе. Я ему дам кофе, он захотел. Ага. Бутылочку воды вот сюда. Так, пицца подана. Мелкий, будь осторожен, пицца больше, чем ты даже, поэтому ешь аккуратно. И вам, Аленка, бургер с ветчиной, сыром, колбасой, с говядиной, с салом, с курицей, с отбивной, с индейкой, с рыбой, с лососем, карасем, карпом, кролятиной, гусем. Короче, там все существа на этой планете в этом бургере. И вам кока-колу держите, она называется крипер-кола. А тебе, мелкий, воду без газа. Кофе в следующей жизни попьешь. Ой, ну вы кушайте, дети мои, а я пойду для вас сюрприз готовить. Давайте, налегайте, Аленка, давайте, рассказывайте мелкому какие-то там замечательные смешные истории. Угу, давай, кушайте, не подавитесь. Ёперес, это ядрить, просто колотить все, что только существует на этой планете. Это, я сват вот этих двух... Я не знаю, как так звезды должны были на небе совпасть, чтобы два таких человека, в принципе, могли встретиться. А вот и мой подарок приехал. Здравствуйте! Музыканты, я что... Все, успокоили свои шарманки. В общем, смотрите, если вы сегодня хорошо выступите, если в конце под вашу романтик-музыку мелкий засосет Аленку, вот, и они начнут шуры-муры встречаться, каждому отсыплю по 5 золотых монет за проделанную хорошую работу. Поэтому ваша задача такой fucking we will rock you забабахать, чтобы здесь все обкакундились, понимаете? Поэтому сейчас на счет 3 проходите. Да, да, все, я... Да, да, все, я раньше времени не тараторьте здесь. Так, все за мной, все за мной, все за мной. Давайте быстренько, быстренько, на шифте, да, прошли, прошли. Я тут мелко... Ой, куда я в стенку врезался? Я тут мелком уже решил нормальную такую свиданку забабахать. Стой, стойте здесь, стойте, стойте здесь, стойте здесь. Я ваш разговор здесь посередине не прерываю, да? Наверное, чем-то... увлекательным вы здесь мелкий спрячь эту ерунду в карман. Проходите, проходите на сцену или возле сцены, вот сюда, проходите, проходите, проходите. А вы что думали, то, что тамада ваш плохой вот этот подарок вам устроит? Да проходи, где третий, четвертый потерялся? А, вот он, ты куда, дебил, залез? Разрешите представить, народная украинская группа Суслики Всемогущи. Пацаны, вы что-то не то делаете. Давайте что-то нормальное. Я понимаю, что у вас разогрев. Давайте нормальное. Вот, романтичное. Нужно романтичное, чтобы мелкий засандалил. Ну, в смысле, поцеловал. Давайте романтичное. О, да, вот. Совсем другое дело. Совсем, ага. Угу. Не? Вам не нравится? Не клеится? Мелкий тип. Ладно, пацаны, по старой схеме. План в ГАБВГД. Так, отступитесь. Так, мелкий, ты знаешь, что делать.
Так, на счет три готовы подыгрывать? Подыгрывать готовы? Давайте. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Давай, наваливайте, 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 так! Ладно, идите в задницу, давайте мы, короче, им просто радио здесь включим. Тихо-тихо-тихо, сейчас, давай. А вот это нравится? Да? И тебе нравится? И всем? Я тут, короче... Ладно, все, пошли. Мелкий. Подойди на секундочку. Мелкий, сейчас твой выход. Короче, мы сейчас уходим. Ты прям яйца в руки берешь и... Понимаешь? Нужно, мелкий. Только я тебе хочу предупредить о чем-то очень важном. Понимаешь, мелкий, то, что рано или поздно папа должен поговорить со своим сыном, откуда берутся дети. Но такое вот дело, то, что нам с тобой еще рано об этом говорить, поэтому я тебе просто такой намек дам на будущее. Если ты сейчас поцелуешь Аленку, и у тебя там произойдет, стручок твой скажет «Ротоподъем!» Если вдруг такое произойдет, то что горы на Северном Кавказе у тебя немножко поднимутся вверх, понимаешь, там трубопровод немножко забурлит. Да, вот если перчик скажет «подъем», если болгарский твой перчик в чили перец... Понимаешь, все родители со своими детьми об этом рано или поздно разговаривают, вот. Короче, если у тебя там реально... За нас, за вас и за Северный Кавказ прям хорошо все будет. Знай, это вполне нормально. У всех мальчиков такое бывает, когда они целуются с девушками. Вот, да. Поэтому, А вы давайте нос свой куриный не пихайте в чужие дела, купите сыну штаны. Иди сюда. Мелкий, давай, пошел. Пацаны, а вы за мной, пацаны. Давай. Быстро, заходите, двери за собой закрывайте. Я сейчас тут... Тихо, еды колотить, молчать! Слезли друг друга, слезли! Где четвертый потерялся, дебил этот? Сейчас будет исторический момент. Давай, яйца в руки, мелкие, не ссы, все будет хорошо. Я прям чувствую то, что я выполнил главную цель в этой жизни. Знаешь, там у кого-то есть там дом построить, дерево посадить, там ребенка родить, а я своего сводного друга, вот этого, научился с девушкой целоваться. Мелкий, за стручком следи, чтобы там ничего лишнего не произошло. Кого? Теперь вы должны купить ему штану, чтобы перчик не вылазил. Я сейчас кому-то пропишу этим ломом между зубами, если еще раз что-то подобное скажет. Ай, голубки-то такие, да хватит толкаться. Ай, голубки, вы только на них посмотрите. Ай, ну ладно, перебарщивать тоже нельзя. Так, все, хватит друг другу гланды мочить. Все! Ай, дети мои, когда свадьба, а? Вот это, если что, я хочу внуков. Мне 23 года, я чувствую себя уже на... неважно, внуки когда, тоже неважно. Мелкий, убери рогатку. В общем, Аленка... Молодые джентльмены, я вам обещал, вы хорошо не выполнили свое дело, но я тоже не буду пописякой. Забирайте вот там одному 5 золотых монет и другому там... тоже вот 15, там поделитесь между собой. Если вам, конечно, не впадлу, с бутылки слез... Аленка, у нас такое дело, нам с Мелким нужно идти учить уроки. У Мелкого завтра экзамен. Хотя, подождите, вы же в одном классе учитесь, кого я пытаюсь надурить, да? У Мелкого завтра экзамен в другой школе. Мелкий у нас два высших образования получает. Поэтому вас музыканты проводят. Спокойной ночи. А у нас с Мелким вот немножко дела. Мелкий, все нормально прошло? Давайте. Проводите Аленку. Угу. Ага. С бутылки слез? Думал, засосал тёлку, все можно, да? Ну, молодец, мелкий, молодец. А сейчас
Я пойду встречаться с этим чубзилетом. А ты сиди здесь. Ты со мной? Только давай сделаем так. Я туда приду. Я буду там его ждать. А ты спрячешься за деревом. И ничего не будешь делать. Вот спрячешься за 100 деревьев. Главное, чтобы тебя не увидели. Хорошо? Мелкий по-другому никак. Если они тебя увидят, вся сделка пойдет по одному месту. В следующий раз они мне не палец кости пришлют, а кое-что другое. Как я уже сказал, если они кое-что другое мне пришлют, у Кости больше детей никогда не будет. Давай, иди забирай свою тарантайку, встречаемся в лесу. Молодой джентльмен, вы потерялись? Вас бросили здесь на машине? Ну, ждите автобуса, он придет там завтра утром, через часов 15. Удачи. Так, это место. Это. Давай, 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 давай! Тебе там все нормально? Ладно. Мы должны здесь встретиться. Здесь вот это место аварии. И вот здесь пропал Костя. Короче, эту тарантайку я беру. И давай мы ее поставим вот куда-то. Вот сюда. Стой вот за этим деревом. И главное, пожалуйста, мелкий, вообще не пались. Если они тебя заметят хотя бы краешком глаза, будет плохо и мне, и тебе, но в первую очередь Костянчику. И Костянчика больше в живых мы никогда не оста... Ты слышишь? Как будто стая тракторов на нас едет. Ёперэсэтэ...